Це програма «Красуня за 12 годин». За правилами, ведучі мають знайти жінку, яка погодиться на експеримент. Їй потрібно буде покинути усі свої домашні турботи, владнати робочі справи і на 12 годин довіритися професіоналам – стилістам, перукарям і візажистам. А ввечері рідні та близькі побачать її у новому образі. Програма «Красуня за 12 годин» про те, як звичайні жінки перетворюються на справжніх королев. А допомагають їм у цьому наші ведучі – Ольга Слонь та Ольга Сеймур. Ольга Слонь – відомий дизайнер-стиліст, лауреат премії «Телетріумф» 2012 року в номінації «Найкращий стиліст». Вона створює стиль телеведучих і героїв телешоу, працює над образами українських політиків і зірок шоу-бізнесу. Ольга Сеймур – історик моди, стиліст, імідж-дизайнер, художник по костюмах, експерт у галузі косметології та телеведуча. Майстер і суддя міжнародного класу, засновниця школи професійного макіяжу та стилю. Сьогодні ведучі програми «Красуня за 12 годин» зранку чатують в одному з торговельних центрів столиці, щоб вкотре подарувати якійсь жінці унікальний шанс змінитися на краще. Девушка, здравствуйте. Мы программа «Красотка за 12 часов». Мы сейчас вас, вашей капусты, забираем. Мы едем к стилистам, парикмахерам, визажистам. А вечером приглашаем друзей в ресторан, и вы такая вся пус, королева балов. Чего, борщ варить надо? Нет, планы есть. Здрасте, а можно вас на секундочку? Это программа «Красотка за 12 часов». У нас есть вам предложение. Поехали с нами меняться. Это прямо сейчас нужно ехать? Мені на роботу треба. Ведучим поки що не щастить. Як показують обставини, жінки не готові радикально змінити свій звичний день і присвятити 12 годин лише собі. Невже жодна жінка не скористається шансом цілісінький день провести з командою професіоналів зі стилю та краси? Девочки, здравствуйте. Мы ведущая программа «Красотка за 12 часов». У нас есть команда стилистов, визажистов, парикмахеров. Если вы сейчас говорите «да», мы едем к ним и полностью меняем имидж, стиль, волосы. У нас дети. Много? Много, четверо. А мы двух сегодня. Мы тоже двух. Поехали с нами меняться. Я так не готова сразу. Вы никогда не мечтали, чтобы так раз и с вами случилось удивительное событие? Прическа, макияж, новая одежда, все поменялось, вы стали королевой красоты. У нас есть стилисты, у нас есть команда парикмахеров, мысулечка есть, и поэтому давайте поедем с нами. Не могу, девчонки, не могу. Вот ты купила в магазине смесь детскую. У меня ребенок, 9 месяцев. Сыночка. И что? А няни? Бабушка, сейчас на данный момент бабушка. Да давайте на бабушку. Ну, это у нас бабушка строгая, нужно поговорить с ней вообще. А такое теоретически возможно? Теоретически, да, конечно. Так поехали тогда разговаривать с бабушкой. Давайте попробуем, в всяком случае. Ведучим вдалося вмовити Катерину стати героїнею програми. Заклопотана доглядом за дитиною, жінка потребує негайних змін та справжнього перевтілення. Що цікавого розповість про себе наша нова героїня, дізнаємося разом з ведучими просто зараз. Сколько вам лет? 31. Вы недавно замужем? Да, недавно. Познакомились и практически сразу поженились. Вот. А сколько ему лет? Младше меня. Младше? Да. Класс! Вот это осознание того, что мужчина тебе немножко младше, это не дает женщине расслабиться. До того, как вы встретились вот с Виктором, у вас какие-то отношения были? Я уже замуж собиралась, честно. Из-под венца. А вы-то, оказывается, гораздо зажигательнее, чем выглядите, понимаете? Ну да, есть немножко. Есть немножко. Да. Давайте же все это наконец-то поправим. Так, девочки, хорошо, едем домой, отдаем кашу, забираем вас, едем в магазин. Єдине, що треба зробити – вмовити бабусю на цілий день лишитися з маленьким онуком. Катерина трохи хвилюється, але сподівається, що мама підтримає її у бажанні стати красунею. Чи домовляться жінки – побачимо. Привіт. Привіт. Ти не повіриш, мене зустрічили дівчинки з програми «Красотка за 12 часов». І пригласили мене на зйомки.
Я вот решила у тебя отпроситься все-таки. Ребенок. Неожиданно. А ребенок? Это ненадолго, зато я буду очень красивая, ты меня не узнаешь вечером. Держи. Но только на чуть-чуть, ненадолго. Я ненадолго, буквально до вечера. Побудешь? Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, спасибо тебе большое, да. Я вечером буду. Счастливо. Все, пока. Пока. Так, все хорошо? Бабушка согласилась. Бабушке деваться точно некуда было. Поехали. А вы отдали кашу? Все? Да, все отдала. Маму Катерини трохи здивувала її несподівана витівка. Та врешті-решт вона погодилась відпустити доньку. І тепер, вперше за довгий час, Катя зможе присвятити цілісінький день лише собі. Марафон краси розпочато. Попереду похід по магазинах, примірка нового одягу, відвідування салону краси. А ввечері урочистий вихід в образі красуні до рідних та близьких. Своїх гостей Катерина запросить до ресторану просто зараз. Нам же, наверное, надо мужа позвать вечерком-то в ресторан. Надо его уговорить еще. Привет, мой хороший. Я попала в передачу «Красотка за 12 часов». Правда, это правда. Вечером ты должен будешь подъехать в ресторан и встретить меня там. Ты встретишь меня? Да, конечно. Все, я тебя люблю, люблю, целую. Пока-пока. Так, девочки, меньше слов, больше дела, магазин, уже мы на месте. Пойдемте. Окрім друзів, Катерина запросила на урочисту вечірку чоловіка. Для нього участь дружини у телепроєкті стала справжнім сюрпризом. Тож ведучі та наша героїня мають дуже постаратись, аби вразити його кардинальними змінами. А починаються ці зміни з походу по магазинах та підбору нового одягу. Я так розумію, що нам стоїть договоритися на берегу, тому що у нас кормяща мама. Здравствуйте. Здравствуйте. Що у вас є красиво для кормящих мам? Потому что мы сегодня в нашей программе хотим доказать, что даже кормящие мамы могут выглядеть хорошо, а белье может быть... Очень секси, да? Да. О, смотрите, какое. Ой, а мне кремовое нравится. Ну, я думаю, что нужно с косточкой. Дело в том, что с косточками это достаточно опасная штука, потому что в этот период с грудью вообще шутки плохи. И всевозможные какие-то передавливающие моменты. Это все, что потом ведет к очень нехорошим вещам. Любая деформация ведет к очень нехорошим вещам. Да, но нам хочется, чтобы выглядело все красиво и хорошо. Поэтому, посмотрите, в современном белье вот специально так проработано вот место косточек, швы, и бюстгальтеры созданы по всем правилам моделирования женской груди. Более того, посмотрите еще какие захлесты, чтобы подбирать грудь сбоку. То есть в таком белье вы сможете быть мамой полноценно и сможете быть очень красивой, сексуальной. Лавочки вот эти вообще, да, прям хорошие. Хороший, слушайте, да. Девочки, прям шик вообще. Слушай, Олик, ну красиво очень, мне кажется. Держите, это вам. У магазині ведучі відразу звернули увагу Катерини на білизну для мам, які годують немовлят грудьми. Така білизна може бути не тільки комфортною і практичною, але й мати досить сексуальний та красивий вигляд. Та найкраще – закріпити теоретичні знання на практиці і приміряти усі підібрані комплекти. О, прекрасно. Я бы только подняла немножечко бретельчику. Есть такой момент, да? Вы в одежде выглядите полнее, чем вы на самом деле есть. Я, если честно, думала, что у нас все гораздо хуже. Да. Серьезно? Да, у вас прекрасное тело, у вас нет нигде целлюлита. У вас, во-первых, очень женственная фигура. Вообще, да, такая... мне очень нравится вот этот эффект, который собирает грудь визуальный и анатомический. В правильном белье чашка никогда не будет из плотного какого-то материала, который не растягивается. То есть вы выбираете чашечку так, чтобы она была чуть-чуть вот свободнее вот в этой вот области. И когда грудь просто наливается, молоко прибывает, то она полностью заполняет чашечку, нигде не прижимает. И таким образом у вас грудь не сюда вылазит, доставляя вам ужасные муки. Вам удобно? Да, мне очень комфортно. И мне нравится, что оно, простите, выглядит все-таки очень-очень-очень интеллигентно, очень красиво. И очень, цвет, кстати, и секси, и женственно. Надевайте свою одежду, мы вас ждем в кафе, будем дальше говорить о всяких разных полезных для вас вещах, потому что действительно, опять видишь историю, в одежде вот...
выглядит гораздо полнее, чем она выглядит на самом деле. Я думала, что вы гораздо больше. Догоняйте нас, Катечка. Бюстгальтер ніжного кремового відтінку з чорним мережевом складається з широкої бокової частини, чашечок вільного крою з щільними швами замість кісточок, які дозволяють помістити бюст у найбільш комфортну та анатомічну форму. Такий бюстгальтер не завдає дискомфорту при носінні і вигідно демонструє зону декольте. Широкі трусики з еластичним мережевом вдало підтягують сідниці та запобігають перетисканню стегон, що робить контур силуету майже ідеальним. За правилами шоу, Катерина має самостійно підібрати собі новий гардероб. Та щоб похід по магазинах був вдалим, вона спочатку отримає кілька конкретних порад від наших ведучих. Ми зараз дадим вам такі мінімальні вводні, благодаря которым вам буде легче орієнтуватися в магазині. Якщо брати на пропорцію, у вас не широкі плечі, і у вас достатньо широкі бедра для того, щоб збалансувати нам ось таку гітарку, грушечку. Нам треба вибирати речі, які в нижній частині будуть темні, не обов'язково чорні, але вони будуть темні відносно верху. Необходимо стараться вбирать, чтобы были какие-то вертикальные больше линии, для того, чтобы вас немножечко вытянуть. Берите какие-то, может быть, прямые формы, чтобы вам было комфортно сейчас не затянутые. Старайтесь не выбирать очень короткие вещи, когда вы будете выбирать юбки, чтобы вы выбирали макси. Это вас немножечко сбалансирует. Избегайте очень активных каких-то горизонтальных членений. Вот уже вы сейчас надеты сапожки, прозрачные колготки. Черная юбочка, белый жакетик. Получается, что вы себя вот так вот горизонтально поделили. И вы стали от этого шире и короче. Выбирайте вещи все-таки поярче, пожизнерадостнее, какие-то расцветки красивые, какие-то ткани летящие. Не берите, пожалуйста, как мы называем это, соли, дохлый трикотаж. Идите, смотрите. Я думаю, что мы плюс-минус вас не запутали, а сориентировали наоборот. А мы тут понаблюдаем за вами, и как только вы начнете пороть горячку, мы к вам придем. За типом фігури Катерини ведучі дали героїні кілька вдалих конкретних порад. Щоб самостійно підібрати собі правильний гардероб, Катерині достатньо дотримуватись почутих правил. Чи зможе героїня здати своєрідний іспит? Побачимо. Мені подобається, вона улыбається. Ні, вона дуже позитивна. Вона совершенно очаровательна. Платье это, кстати, может быть. Юбка нет, она ровная, понимаешь? Лисе, но оно ровное. То есть, ты понимаешь, оно ее такой бочонком сделает. Не бери, пожалуйста, этого. Пожалуйста, я тебя очень умоляю. Без толку. Но светлая сверху, темная снизу, поэтому ругать сильно не будем. Где-то на середине она права. И оно ровное. Но оно обтянет все эти. Оно ровное, знаешь, такой трикотаж внизу там. Майка не очень это, по цвету неплохо. Ты понимаешь, она на самом деле оправдана тем, что она взяла вещь, которая бы все-таки ее как-то так, понимаешь, не обтягивала, не затягивала, а так, знаешь, обтекала. Вот она ее взяла. Мне кажется, чтобы наша Катюша не шла в примерочную сама, там не начала это мерить, пойдем не спасать. Катерина старалась выполнять все настанови ведущих, та деякі помилки зіпсували усю картину. Ведучі не зовсім задоволені вибором героїні, але й похвалити її є за що. Зі своїми коментарями вони поспішають до Катерини. Ми вирішили довго вас тут не гонять. Показуйте. Юбка неплохая сама по себе, но не для вас. Эта юбка теоретически може бути, але якщо вона була б розклішена, а так вона ваші бедра просто обтягнет. Так, і наденете, вона натягнеться, і все буде некрасиво, вона буде ботичкою. Давайте дальше. Теоретически может быть. Но я бы все-таки вам советовала выбирать вещи все-таки с каким-то рукавом, потому что ручки у вас еще не вернулись в форму. Если вы сверху этого платья, допустим, будете надевать какой-то жакетик такой приталенный, то, собственно, может быть. И почему еще может быть, тоже объясню. Здесь как раз юбка имеет такое легкое клешение. Вот эти вот склады, которые впереди заложены, они дают немножечко свободу к облеганию и скрадывают животик лишний. Вот это, конечно, у меня вызвало бурю эмоций. Расширяем себе плечевой корпус белым цветом. Не зафиксированы линии плеча. Есть тенденция к вот такой геометрии, а мы говорили вам, нельзя резать пополам вас, потому что вы роста невысоко. Вот эта вот вещь может быть и хорошая, когда вы вернетесь в форму, но не сейчас. Вы просто опять же взяли все по шаблону,
то, что вы привыкли смотреть, поэтому едьте с Олей в студию, а я, наверное, займусь самостоятельным вибором, і ми встретимся уже на примерке. Катерина все ж таки отримала кілька схвальних відгуків. Втім, відійти від власних шаблонів та кардинально змінити стиль їй не вдалося. Тож Ольга Слонь вирішує залишитися в магазині, щоб підібрати для Катерини кілька зовсім незвичних комплектів. А Ольга Сеймур забирає Катерину на індивідуальну консультацію зі стилю. Чисто теоретически обычная ветровка, ее можно взять, гулять с ребенком на площадке, мне кажется. Как раз и рукавчик у нас закрыт. Вот это платье, кстати, может быть как выход. Достаточно, ну, фиксированная линия плеча у нас есть. Мне кажется, это может быть, особенно, знаешь, если вот так это все. Раз, ты очень даже, мне кажется, бодренько. На прикладі відомої кінозірки ведучий відкриє Катерині кілька правил, за допомогою яких жінка зможе приховати головні недоліки фігури – вузькі плечі, повнуваті стегна та невисокий зріст. Я сьогодні для вас прям думала, вибрала Джоанну Гарсія. Джоанна Гарсія – американська акторка з кубинським корінням. Почала акторську кар'єру ще школяркою. Відомість прийшла до неї після ролі у молодіжному серіалі «Пліткарка». Її індивідуальний образ відрізняється оригінальним поєднанням елементів різних стилів. Щоб зважитися на такі експерименти, треба мати бездоганний смак. І він у Джоанни є. Її типаж фігури теж дуже похож з вами. Тонка талія, красива попа і бедра повинні бути. Так, тонко підмітили. Плюс, мені кажется, навіть черти лиця у неї дуже схожі. Що удивительно, посмотрите, используя иногда юбку-карандаш, то, что категорически вроде как нельзя, всегда за колено, всегда каблук. Плюс, посмотрите, вот эти вот майки а-ля американки с, вот, с такими вырезами, да, в общем-то, такие вещи немножечко более жесткие вам можно носить с яркими крыльями, да, второй момент, вам можно носить джинсы. Вот, посмотрите, брюки, очень широкая талия, ремень. Не берите потертые брюки, не берите рваные брюки. Возьмите брюки обязательно с клешением. Вам нельзя обтягивать лодыжки. Плюс сочетание с рубашкой, сорочкой, светлый верх. Кстати, горизонтальные полоски сверху на одежде – это ваша история. Они зрительно тоже помогут расширить. Темный низ, если сдержанный, спокойный, струящийся. Яркий жакет, смелые бусы, сумка и вот готовый комплект. Мы можем взять вот такого какого-то морячка, пускай будет. Я люблю вот эту классическую форму каких-то вот тренчей, там еще что-то такое. Мне кажется, что мы можем его взять. Он и радостного цвета, и он такой под все у нас будет. Шарф возьмем, не возьмем? Шарф возьмем. Хорошо, давай. Такой какой-то совсем. Я, по-честному, больше ничего здесь не вижу. Ну и напоследок мягкий романтический образ, да, платье. Старайтесь, чтобы оно было однотонным снизу, доходило до области коленки. И все яркие принты, либо яркие цвета, либо рисунки локализовались у вас в области плеча. То вы будете в этом случае, ну, такая очаровательная, милая мамочка. Я вас уверяю, ваш муж будет всегда восхищаться вами. Главное, чтобы вы были, вы существовали своими красками, своей одеждой, своим характером на этой земле. Они сливались с общей толпой. Якщо Катерина зверне увагу на спідниці олівець, то вона має бути довжиною нижче колін і обов'язково в поєднанні з туфлями на високих підборах, що візуально подовжить весь силует. Доповнювати спідницю можна майкою-американкою з глибоким вирізом. Найголовніше в цьому випадку – щільна текстура тканини, яка скоригує фігуру та додасть стрункості. Катерині пасуватимуть плаття асиметричного крою з різноманітними драпіровками в районі плечей. Це додасть потрібного об'єму верхній частині фігури, чим візуально збалансуються широкі стегна. Третє правило. Усі брюки або джинси повинні бути прямого крою, без різноманітних додаткових деталей та потертостей, які лише підкреслять повнуваті стегна. Поєднувати їх можна зі світлого кольору сорочками з V-образним вирізом, що візуально подовжить коротку шию. І найголовніше правило для Катерини. Усі речі мають складатись з двох частин – світлий яскравий верх і темний низ. Це дозволить візуально збільшити вузькі плечі та приховати широкі стегна. Тим самим фігура збалансується та наблизиться до ідеальної форми пісочного годинника. Так, девочки, начинаем с самого простого варианта. Это такое платье сафари. Стиль сафари прийшов з колоніального минулого африканських країн. На мові суахілі сафарі означає мандрівка. Цей стиль одягу має в основі елементи військової уніформи. Для стилю сафарі характерні натуральні екологічні тканини природних відтінків – хакі, оливковий, бежевий, пісочний.
Окрім того, Safari відрізняє зручний, не сковуючи рухи укрій, а також багато деталей, таких як накладні кишені, клапани, ремні чи паски. Комір стійка або з відворотом. Знаешь, что мне нравится? Когда вот выходит первый раз, такой, сразу выражение лица меняется, улыбка, да, посмотри на нее. Как? Безумно комфортно себя чувствую в этом. Если вы выбираете какое-то самое простое, нейтрального цвета платье, какой-то из аксессуаров обязательно должен быть. И тогда это все будет не так серенько, не так бежевенько, достаточно ярко и интересно. Вот такие платья, они как-то вне времени, понимаешь? Они и 20 лет назад были модные, и сейчас они в тенденциях. И тем более этому платью стилю Safari уже чуть больше 100 лет. Для прогулянок с дитиною ведучі підібрали Катерині бежеву сукню у стилі Safari з паском, який підкреслює струнку талію та на кілька сантиметрів візуально зменшує об'єми в нижній частині фігури. Легкий шалик блакитного кольору додає простому образу своєрідного шарму. Не будемо углубляться. Несіть темні брюки, яркий малиновий топ з плащом. Ідіть, наряжайтесь. Ти знаєш, якщо я щось довго достатньо не ношу, я його либо дарю, либо ділюсь подругою любимою. А любима подруга? Угу. Делится. Приходи, у меня как раз на твой 36-й хорошо сядет мой 42-й. Будешь чуть-чуть хлюпать. А я на тепленький носочек. Катя, ты видишь, как она уже так ху-ху? Как ощущения? На самом деле, я не думала, что от розового цвета может так подняться настроение. Никогда не носила такой цвет. Получите еще один новый цвет, которым вы можете жить. Мне кажется, он вам очень идет. Талия подчеркнута. Світлий верх, темний ніс, все як надо. Другий ансамбль складається з чорних брюк прямого крою, які вдало приховують широкі стегна, та яскраво-малинового топу з глибоким вирізом та симетричними драпіровками, що створює потрібний об'єм в районі плечей та візуально подовжує шию. Малиновий плащ-тренч візуально подовжує увесь силует. В такому вбранні Катерина не загубиться на жодній вечірці. Давайте, надівайте от ці туфлі. Не забудьте. Да поставь ты туфли наконец-то, когда же тебя просто отпустят? Я пытаюсь посмотреть, какой размер у нашей героини. Катя? Это очень смелый такой стиль. Никогда не носила. Этот комплект портит, если честно, просто немножко невыразительное лицо без макияжа и серый цвет волос. На будущее вам там, и девочки, которые смотрят, все-таки при таком объеме бедер все-таки стоит выбирать платье, которое закрывает немножечко колено. Для делових та урочистих зустрічей Катерині підійде сукня-футляр зі зміїним принтом. Обов'язково в поєднанні з туфлями тілесного відтінку на високих підборах. Доповнити елегантний образ допоможе широкий пасок та яскраве кольє. Держите вот это. И тихонечко давай. Переодевайтесь, выходите к нам. Катечка. Данный комплект мне нравится тем, что даже юбка-карандаш. Почему она не делает вас квадратной? Вот эти вот выточки, карманы, строчки, диагональные такие вот карманчики, которые вписаны. Все это делает вас еще визуально стройнее. И сорочка на планке, такая сорочка-блуза, и яркие туфли. Единственное, что можно здесь играть, если яркие туфли, можно менять на какие-то яркие ремни. Хороши эти все вещи, потому что их можно носить в любое время года. Да? Они всегда и актуальны. І уместно. Тобі нравится? Мені нравится. Катя. Я довольна. Спідниця олівець з вертикальними швами та діагональними вшитими кишенями вдало моделює фігуру та приховує повноваті стегна. Талію підкреслює тонкий пасок. Сорочка на планці ніжного молочного відтінку візуально збільшує вузькі плечі. А справжньою родзинкою образу є яскраві коралові туфлі, що додають стриманому діловому стилю родзинку жіночної легковажності. Щоб ми завершити це все, давайте зробимо таку яркую мамочку, яка прийшла на дитячу площадку. І якраз, мені здається, таких мам на площадці не буде. Катечка, вам неплохо. І, ну, ви такого не носили, я уверена. Достатньо комфортна річ, яка не сковує ваших движень. Опять же, на даному етапі не підчеркує нічого лишнього. Вполне інтересна, занятна віщиця, якщо ми доповнимо її теж якимись різними украшеннями. Для прогулянок із сім'єю ведучі запропонували Катерині прямі брюки та туніку асиметричного крою з геометричним малюнком, що вдало приховує зайві сантиметри в районі стегон та балансує фігуру. Двигаємося. По заданій траєкторії їдемо в салон. Поїхали, дівчатки. Команда ведучих створила для Катерини кілька неповторних образів. Та є ще один сюрприз – вечірня сукня. Її Катерина побачить лише ввечері, перед урочистим виходом до своїх гостей. Як сприйме Катерина себе у новому образі, ми дізнаємось лише у фінальній частині програми. Дочекайтеся!
Ще вранці Катерина і гадки не мала, що звичайний похід до магазину подарує їй унікальну можливість стати героїнею телепрограми і за 12 годин перетворитися зі звичайної жінки на елегантну красуню. Весь день жінка разом з ведучими підбирала білизну, приміряла новий одяг, дізналась багато цікавого на персональній консультації. Залишається останній етап перетворення – зміна зачіски та вечірній макіяж. Ведучі привезли героїню до салону краси. Валентина, Льона, Катя. Валентин Стародуб – перукар-стиліст міжнародного класу. За 10 років роботи в індустрії краси він створив стильні образи багатьом телеведучим, політикам та зіркам шоу-бізнесу. Має свій креативний погляд на створення довершених образів. Альона Ярко – гример-візажист. Працює у сфері високої моди та на телебаченні. При створенні образу використовує найсучасніші тенденції і напрямки в індустрії краси. Нам потрібно повернути прежню Катю. Нам хочеться бути для нашого мужа, от як перший раз, коли вони зустрілися. Нам треба сьогодні просто все. Единственное, с чем я еще не совсем согласился сам с собой, это с длиной ее волос. Может, даже это будет что-то короткое. Ну вы не бойтесь, Катя, вы попали в хорошие руки. Да? Мы вас забираем к себе. Свою. Давайте. Від початку роботи перукаря Катерина не бачитиме свого відображення у дзеркалі. Лише під час фінального виходу вона дізнається, наскільки кардинальні зміни сталися у її зовнішності. Создадим разный уровень длины. Присутствие разной длины, короткой и более длинной, создает больше объема только за счет того, что короткие волоски держат большие и сохраняется вот этот вот объем. Ольга Сеймур, як завжди, розкриває секрети вічної молодості завдяки ексклюзивним рецептам домашньої косметики з простих та доступних інгредієнтів. Для цієї масочки необхідно взяти зелений чай, порошок какао. Какао дуже питає і кожу тонізує. І от чайну ложечку порошка какао ми змішуємо з зеленим чаєм. Запарюємо водичкою. Тщательно перемешиваем до состояния густой кашицы, чайную ложечку меда. Мед, кстати, действительно очень здорово питает кожу и помогает сохранить молодость кожи. И смешиваем мед с нашей чайно-кофейной кашицей. Можно добавить, например, оливкового масла. Масла много не нужно, для того, чтобы она не была сильно жидкая. И наносим мы нашу масочку на очищенную кожу. Ольга Сеймур запропонувала Катерині тонізуючу маску з живильним ефектом. Для її приготування необхідно взяти по одній чайній ложці зеленого чаю, какао-порошку, меду та гарячої води. Додати 10-15 крапель оливкової олії та все ретельно змішати. Наносити маску обов'язково теплою, витримувати до повного висихання, а потім змивати водою. Ну така вийшла, хороша чунгачанка. Я склонялся к короткой форме стрижки, такой как боб-каре, только по той причине, что мне хотелось создать максимально объема, но судя по нынешним пропорциям, мы все-таки остановились на длине более средней и сакцентировали внимание на цвете. Щоб зробити погляд Катерини більш відкритим, візажист Альона висвітлила зону під очима за допомогою маскуючих засобів світлих відтінків. Контур обличчя скоригувала за допомогою тональної основи та темної пудри. За рахунок правильної комбінації темних і світлих тіней, очі стали більш виразними. А ніжний блиск на губах підкреслив витонченість образу. Сьогодні Ольга Слонь та Ольга Сеймур познайомилися з Катериною. Молода мама вирішила не втрачати унікальної можливості перетворитися на красуню і погодилася стати героїнею нашої програми. Протягом 12 годин жінка вчилася підбирати білизну та одяг, слухала професійні поради щодо стилю, міряла безліч комплектів одягу та відвідала салон краси. Якою з'явиться Катерина за кілька хвилин, не може уявити собі ніхто з її рідних та друзів. Ще зранку вони бачили її звичайною заклопотаною жінкою, яка за домашніми турботами не знаходила часу для себе. Але сьогодні в неї був особливий день. Чи сподобається Катерині робота нашої команди? Чи не розчарують зміни у її образі рідних та близьких?
Дивіться, найцікавіше попереду. Добрый вечер. Если слева от меня 7 раз сзади зеркало, значит, мы на финишной прямой. Нашу героиню зовут Катерина. И мы уж никак не предполагали, что эта молодая, очаровательная мама на самом деле яркая, зажигательная, жгучая девушка. Это правда. И так удивительно, что сегодня мы ей помогли вернуть ее прежней, той, которой знал и встретил ее любимый и обожаемый муж. Мы напомним, что почти 12 часов Катя не видела себя в зеркало, поэтому помните, что вы будете именно первым зеркалом, которое она увидит. Поэтому, пожалуйста, сделайте так, чтобы она все-таки поняла, что эти 12 часов она провела не зря. Вы готовы позвать ее? Да. Катечка, выходите к нам. Катя! Что-нибудь уже себе предполагаете, что там у вас получилось? Очень, очень хочется увидеть, потому что безумно вот меня томили, вот нарядом не видела, вот первый раз увидела наряд, вот прическа, очень безумно хочется увидеть себя. Можете у мужа спросить, как? Отлично. Если муж говорит отлично, то тут как-то тянуть интригу, наверное. Может, не будем смотреть? Тогда едьте сразу и все. А дома уже посмотрите, нет? Нет, нет, нет. Сейчас? Очень хочется. Сейчас. Ну хорошо, ладно, давайте. Три, два, один. На самом деле не ожидала я. Не ожидала этого образа. На самом деле уже разные картинки в голове, но вот такой вот, вот нет. Мы желаем вам и вашей семье большого-большого счастья. Столько детей, рожденных в любви, сколько вы хотите. Но то, чтобы вы никогда не теряли своей красоты, уверенности в себе и были музой для вашей семьи и для вашего мужа. Помните о том, что вы настоящая красотка. Спасибо. Спасибо. И люди друг для друга совершают вот такие поступки. Оставить семью, оставить маленького ребенка. Не побояться, решиться на это. И посмотри на их удивительные глаза, как они смотрят друг на друга, как они любят друг друга. Как ценно это сейчас в наше время, в нашем мире. Правильно, потому что любите, цените и уважайте друг друга. Увидимся. Пока. Наконец-то я увидел такое, какое она мне всегда нравилась, какой она была раньше. Я вижу, как у нее горят глаза, я очень счастлив за нее. Немає слів. Справжня королівна. І хоч зараз можна йти на подіум «Міс Україна». Я очень рада, что она становится такой, какой она была года полтора назад. Она просто красотка. Я, когда увидела свой образ, у меня очень-очень поднялось настроение. И я поняла, что как прекрасно открыть себя новую. Это новая я совершенно. И я поняла, что уделять внимание не только ребенку нужно, а также и себе, и любимому мужу. Нам сразу никогда не везет. Оля, подожди, у меня шнурок. Ой. Я прошу прощения. Оля. Оля. Во-первых, вьющая фактура цвета молодого лосося. Этот бант такого же дохлого состояния. Я не знаю, честно, кого это еще красит. Пожалуйста, можно я ее сразу уберу? Убирать. Вот такой вот боковой нижний пушат. То есть он позволяет поднять грудь, подсобрать. Потому что что? Когда подсобрать, всегда лучше. Ты же помнишь, что у нашей героини сегодня день рождения? Слушай, ее надо платье какое-то нарядное. Какое берем? Зеленое или бежевое? Ну, ты знаешь, мне и то, и другое нравится. Хорошо, берем его. В основном всегда мы ищем героиню, а в этот раз героиня сама нашла нас. Более того, мы были достаточно шокированы и удивлены. Нам казалось, что это наша съемочная группа над нами подшутила. Мы были в этом абсолютно уверены.